Друзья, приветствую, на связи Николай Жаричев. Итак, сегодня у нас долгожданный разбор маркетинга, плюс я отвечу на все ваши вопросы. Зон зачетный, да. Так, друзья, если вдруг будет плохо со связью, циферку 7 в чат, я вижу, что есть проблемы, нас 360 человек не так много, но я вас поздравляю всех, кто сегодня находится на этой презентации, друзья мои. Почему? Потому что вы лучшие, я вас обожаю, и очень надеюсь, что вы все-таки станете частью нашей команды, вместе с нами будете двигать этот проект. От себя скажу честно, да, то есть с 2020 года, да, то есть я являюсь админом, создателем продуктов, в том числе и матрицы. И я вам скажу, что за эти два года вот уровень вырос абсолютно, да, то есть потому что было совершено огромное количество ошибок. Я вам много раз говорил о том, что профессионалом становится только тот, кто много раз ошибается и делает выводы, делает работу над ошибками и двигается дальше, да, то есть с кем бы я строил бизнес? Вот если бы меня спросили, вот честно, да, то есть вот я не знаю, вот если бы у меня конкретно, честно, спросили бы, с кем бы ты строил бизнес? С человеком, который только что отучился в MBA, у него там два красных диплома, но он бизнес знает только в теории, да, то есть и он как бы знает, как устроен бизнес, как там все делается и так далее, вот, соответственно, но он это все знает только в теории. Либо с человеком, у которого, я не знаю, там, две судимости, к примеру, там, я не знаю, за бизнес какой-нибудь, да, то есть за какой-нибудь уход от налогов, еще что-нибудь, да, то есть и так далее. То есть человек, который построил 10 бизнесов, и 10 из них провалились, да, то есть и с кем бы я строил бизнес? Конечно, со вторым человеком. Человек, который совершил много ошибок, и есть вероятность того, что именно 11-й бизнес у него выстрелит, и выстрелит очень сильно, потому что человек сделал правильные выводы, сделал работу над ошибками, да, то есть адекватный человек, практик, а не теоретик, да, то есть вот именно про это мы с вами говорим, друзья мои. Поэтому все, кто с нами сейчас будут двигаться здесь, я вам гарантирую, что это абсолютно новый уровень. Новый уровень для нас, как админов, новый уровень для вас, вот, потому что мы в целом так или иначе все равно меняем индустрию партнерских программ в интернете, потому что если посмотреть, вот многие программы, многие компании, ну, колхоз колхозом, да, то есть мы же здесь сейчас готовы заявить о себе, заявить очень дерзко, где именно, в криптовалюте, в экосистеме ТОН, вот, то есть и заявить очень громко о себе, да, то есть и показать, на что мы способны. У нас сейчас очень сильно расширяется команда программистов, мы готовы делать и создавать крутые продукты, и вы все это увидите, друзья мои. Я на прошлой презентации не сказал вам, сейчас будем говорить с вами. Итак, давайте ближе к делу. Сейчас быстренько презентую маркетинг еще раз, быстренько расскажу про него, дальше отвечу на ваши вопросы, их больше 40. И, соответственно, потом отвечу на вопросы из чата. Итак, первое, с чего нужно понять. У нас будет два сайта, друзья мои. Да, у нас будет два сайта. Здесь у нас будет сайт Rocketon MBA. MBA переводится как бизнес-школа. Вот, соответственно, что здесь будет? Здесь будет ценность. Я за то, чтобы была ценность. То есть я за то, чтобы за маленькую цену всегда была ценность. Я не за то, чтобы перекладывали деньги из кармана в карман. Я за то, чтобы люди платили и понимали, за что они платят. И мы здесь говорим о том, что это готовый бизнес под ключ. Это в том числе и франшиза на базе монеты ТОН. То есть условно у вас есть возможность абсолютно легально перепродавать в рамках нашей партнерской программы все, что есть. Да, то есть и... Илья, бань вот этих вот клоунов, которые пишут что-то в чате. То есть вы получаете готовый бизнес под ключ, и у вас в рамках партнерской программы есть возможность, соответственно, перепродавать и получать за это абсолютно легально свои деньги, да, то есть свои монеты, которые вы будете, соответственно, зарабатывать. Итак, первое. Сайт, на котором будет регистрация, продукт, ценность, оплата. И здесь мы говорим про то, что человек, то есть вы конкретно, да, те, кто будут с нами двигаться, вы покупаете подписку на свой профессиональный рост. То есть вы оформляете подписку на свой профессиональный рост, где мы, как компания, обязуемся по два курса выпускать каждый месяц. То есть каждый месяц
по два новых курса. То есть представьте себе, что сейчас вы на предстарте, да, то есть у нас на старте там будет два курса. Курс по финансовой грамотности, курс по криптовалютам. Классные, крутые курсы. Представьте, что будет через 6 месяцев. Сколько это курсов будет уже? 12. Представьте, сколько будет курсов через год. 24 новых курса. Через 2 года 48 новых курсов. То есть цена останется одной и той же. Да? То есть условно по текущему курсу это 5 тонн, это 1000 рублей. Да? То есть, и даже если курс вырастет, мы все равно уменьшим стоимость, но в рублях это будет примерно там, да, $10 в 1000 рублей. То есть вот цена будет всегда одинаковая за подписку. Да? То есть вот это нужно понимать, что ценность, да, то есть вот здесь ценность нашего продукта, она со временем будет расти и расти очень быстро. Понимаете, то есть вы сейчас заходите, по сути, на предстарте в компанию, у которой в маленькую компанию, но с огромным большим потенциалом, да, то есть это платформа, у которой просто огромный потенциал, да, то есть поэтому смотрите, у нас два сайта. Первое, Rocket MBA, школа бизнеса, здесь вы, соответственно, оформляете подписку, получаете доступ на курсы, на тренинги, мастер-классы, на все обучение. Соответственно, берете отсюда логин, пароль и переходите уже на второй сайт. Да? То есть здесь у нас сайт будет Rocketon Pro. Соответственно, вы переходите на сайт Rocketon Pro. Здесь у нас что? Здесь у нас игровые столы. Игровые столы. Мы уходим от названия матрицы, это будет называться игровые столы. Мы хотим, чтобы данная партнерская программа позиционировалась как игра, вот, чтобы, я много раз говорил, да, как отец троих детей, да, вот все, что в этой жизни дается в игровой форме, оно дается очень легко, просто и непринужденно. Если на серьезных щах подходить, что-то серьезно делать, от этого быстро устаешь и быстро выгораешь. Нужно беситься, нужно дурачиться, нужно экспериментировать, нужно быть активным, да, то есть вот как в игре, друзья мои, как в игре быть творческим, понимаете, то есть не бояться, да, и вот в данном случае мы называем это теперь игровыми столами. Соответственно, дальше здесь полностью партнерская программа, партнерская программа, обучение по партнерской программе. То есть вы будете обучаться, то есть там будут самые лучшие, самые топовые уроки. Как гнать трафик с Телеграма, как гнать трафик с ВКонтакте, как забирать людей из SEO-продвижения. Да? То есть огромное количество возможностей научиться, как, соответственно, как строить команду в бизнесе. Вот это будем учить. То есть наша задача какая? Сделать из вас профессионалов, сделать так, чтобы у каждого из вас получилось построение сети. Потому что мы будем вкладываться, инвестировать именно в вас. Поэтому не нужно бояться, что у кого-то что-то не получится. Получится абсолютно у всех, кто хочет, у кого будет желание. Поэтому у нас будет два сайта, друзья мои. На одном ценность, на одном продукт, да, то есть где вы будете, соответственно, человек будет видеть, за что он платит, да, то есть, соответственно, конкретно и будет понимать. И тогда у людей будет сразу же в голове понимать, какую ценность он получает. И с этим же логином, паролем он заходит уже непосредственно на партнерскую программу, и в личном кабинете у него уже будут, соответственно, вот эти тонны, да, то есть, которые он купит на первом сайте. Вот, для чего это еще сделано? В том числе для Роскомнадзора, да, то есть РКН блокирует все сетевые компании, которые есть на России. Поэтому, соответственно, это защита прежде всего, чтобы мы могли работать и не менять домены постоянно, да, то есть чтобы не было никаких проблем с этим. Вот, это один из способов как раз обхода вот этих всех блокировок. Вот, поэтому, друзья мои, еще раз, первый сайт. Цена, ценность, обучение, тренинги, мастер-классы. Соответственно, втором партнерская программа, все. Они между собой будут связаны, соответственно, вы человека не сможете зарегистрировать на сайт партнерской программы, пока он не зарегается, соответственно. То есть одна регистрация только будет, одна регистрация, но с этим логином и паролем вы сможете входить на второй сайт. Мы вам все объясним, все расскажем. То есть вот на словах вот это все показывать не особо хорошо. Мы начали немножечко раньше, да, то есть вот презентацию всего, чтобы вас подготовить, чтобы было чуть больше времени на подготовку всего, друзья. Поэтому мы вам все наглядно будем показывать, да, то есть сейчас мы начинаем пока вот так вот руками все объяснять, маркетинг словами,
Там в понедельник, вторник у нас PDF-файлы будут готовы видеоинструкции, дальше будут готовы видеоролики, соответственно, дальше покажем сайт. Все это вам покажем, расскажем, то есть уже более наглядно, да, то есть постепенно. Просто вы сейчас первыми получаете информацию, и для вас это стратегически полезно, потому что у вас будет больше времени для того, чтобы, соответственно, стать экспертами в области нашей платформы, да, то есть и уже как магнит притягивать к себе других людей. Вот и все, друзья мои, поэтому вот это очень важно понимать. Итак, давайте быстренько сейчас пробежимся по маркетингу. Еще раз говорю о том, что не переживайте, у всех абсолютно все получится. Вот, главное не бояться, не пихать голову в песок, все получится. Так, у нас маркетинг, да? Меню. Так, что у нас? Так, друзья, прошу прощения. Просто покрупнее, чтобы было. Так, поехали. Неудобно. Так, неудобно. Угу. Так, друзья, что у нас с вами есть? У нас есть с вами, соответственно, 12 матриц. 12 матриц, и задача какая маркетинга была сделать? Чтобы маркетинг был максимально простой, понятный, и, соответственно, чтобы скорость, динамика движения, и самое главное, чтобы вы могли в этом маркетинге быть строителями, то есть сами могли строить, да, то есть это как игра в шахматы будет, вы не представляете, насколько это будет классная игра, интеллектуальная игра, да, то есть где вы будете выстраивать разные стратегии, где будете думать, куда поставить человека, куда поставить клона, чтобы заработать больше, чтобы помочь новичку заработать больше, то есть вы будете вот в это вовлечены, да, то есть поэтому мы и назвали это как раз игровые столы. Итак, первые 6 матриц быстренько разбираем. Итак, первая матрица 4 тона, соответственно, она накопительная. Пригласили двух человек, соответственно, которые под вас упали. Либо это клоны, либо наставник под вас поставил клоны, либо это ваши клоны, да, то есть с других матриц, либо, соответственно, вы сами можете прокупить клонов, да, то есть либо вы пригласили людей сюда, да, то есть уже активных партнеров, соответственно, накопили 8 тонов, перешли, соответственно, на матрицу C2. Напоминаю, что в этом маркетинге 100% сеть, 100% сеть. Все тоны, которые зашли в систему, все тоны идут на выплату. Сейчас об этом с вами еще поговорим. Итак, вы перешли на стол C2 8 тонн, здесь под вами появилось 3 человека, либо 3 клона, неважно что, появилось 3, заполнилось вот эти 3 ячейки под вами. Соответственно, здесь с этого конкретно места вы получаете 4 тона на выплату, да, то есть в свой кошелек, и вы получаете сюда один клон, то есть вы можете поставить этот клон под себя, под своего партнера, под своего клона, да, то есть куда угодно. Сейчас поговорим с вами, что такое клоны. Как только 3 места заполнились, перешли сразу в C3. Соответственно, перешли в C3, дальше 4 места, да, то есть под вами. Заполнилось место номер 1, вы получили, соответственно, партнерку 4 тона. Что такое партнерка, разберем. Клон C1, клон C2. То есть вы получили сюда один клон, можете поставить его куда угодно, в свободное место, и получили клон C2. То есть, условно, у вас же, когда вы закрыли C2, вот вы закрыли C2, у вас больше нету мест, у вас больше некуда приглашать. То есть, по сути, у вас нету реинвеста в матрице, понимаете? То есть, у вас матрица не заходит на новый круг. И чтобы вот этот новый круг получить, чтобы у вас, соответственно, под вами опять было 3 места, вместо реинвеста здесь используется, соответственно, как раз-таки клон. То есть, вы получаете клон, и у вас снова появляется 3 места под вами. И, условно, вы уже одним аккаунтом находитесь на площадке C3, да, то есть на игровом столе C3, но при этом у вас также есть, соответственно, пустые места в C1, пустые места в C2, с которых вы также будете зарабатывать. То есть, условно, вы проходите вперед, но при этом оставляете за собой огромное количество аккаунтов, которые также будут следовать за вами. Это ваши аккаунты, полностью подконтрольные вам, и эти аккаунты будут приносить вам деньги. Соответственно, со второго места вы получаете 16 тонн на вывод. Может быть, это первое место, то есть вы вправе сами поставить. То есть вы можете поставить человека сразу же сюда и поставить деньги на вывод. Или, допустим, вы можете поставить человека сюда. То есть вы сами будете выставлять партнера, куда вам удобно. Соответственно, вы выставляете его сюда, получаете партнерку и получаете клонов сразу. Допустим, вам сейчас клоны важнее, чем вывод, к примеру, либо наоборот, вы получаете вывод, и на эти деньги вы можете купить еще клонов, либо вы, соответственно, можете вывести эти деньги как угодно, смотрите сами.
Дальше два последних места накопления, то есть 32 тонны накопилось, перешли в С4, соответственно, из С4 перешли в С5, как только накопились. Здесь схема та же самая, то есть на вывод получили кучу клонов, опять два накопительных места, перешли в С6. В С6 схема та же самая, как и в С3, абсолютно одинаковая, друзья мои, ничем не меняется эта схема. Соответственно, дальше у нас есть, соответственно, второй уровень. И у нас на втором уровне что мы видим? Мы видим здесь еще 6 столов, то есть уже более дорогих столов, более денежных столов, так сказать. И они все по 3 места, то есть все одинаковые, все по 3 места. И в конечном итоге что мы получаем? Да, то есть схема здесь у всех одна и та же. На примере С7. Вы пригласили партнера, он встал, допустим, сюда, вы получили 80 тонн на вывод сразу же. Партнерка 40 тонн ушло. И получили 10 клонов в первый игровой стол, 4 клона во второй игровой стол, в третий игровой стол 2 игровых клона. И, соответственно, в четвертый игровой стол получили 1 клон. Да, то есть, надеюсь, понятно. Вот, то есть здесь схема та же самая абсолютно везде. Вот, теперь что важно понимать? Что важно понимать? Сейчас постараюсь объяснить. Итак, здесь есть первое – рекуррентный платеж. Рекуррентный платеж – это ежемесячная покупка, обязательное условие. Обязательно покупать себе одного клона каждый месяц. То есть оплата происходит 5 тонн каждый месяц. Вы делаете оплату каждый месяц. Минус это или плюс? Это огромный плюс. Потому что матрицы – это сообщество людей с активной жизненной позицией. Здесь нету, по сути дела, овощей. То есть, если овощ пришел, он уже через 2-3 недели умрет, и все, нет проблем. То есть, да, он уже не будет условно там двигать партнерскую программу, еще что-то. Но если это активный партнер, представьте, что у вас в первой линии 10 активных партнеров, во второй 20, в третьей там 50 активных партнеров. И они каждый месяц покупают себе по одной матрице, по одному клону. И все эти клоны как волна накидываются и просто продвигают всех вперед, продвигают и вас в том числе, и ваши клоны продвигают в том числе, да, то есть, соответственно, и это вот позволяет создать вот такую толчки, динамику, грубо говоря, да, но вы должны понять одну простую вещь, что вы платите только за аккаунт. Вот много вопросов было, многие люди так и не поняли. Аккаунт, смотрите, у вас один аккаунт, то есть вот логин, пароль, вы зарегистрировались, логин, пароль. Оплатили, допустим, 5 тонн, это один аккаунт. У вас может быть там хоть 100 клонов, хоть 200 клонов. Вы можете каждый месяц покупать по одному клону. Да, то есть будет 100, 101, 102, 103 клона. Но вы платите за аккаунт 5 тонн. То есть за аккаунт вам не нужно будет каждый клон оплачивать ежемесячно. То есть вот это важно понимать. То есть у вас в одном аккаунте может быть 1000 клонов, открыто 1000 площадок, я не знаю, все что угодно. И это один аккаунт под логином и паролем. И вы платите за аккаунт 5 тонн. То есть не то, что у вас там 10 клонов, и вам за каждый клон надо платить. Нет. Понимаете? То есть вы купили клон, все, он у вас в системе. Что такое клон? Это точно такой же аккаунт, только для которого не нужна регистрация. То есть не нужно вводить логин, пароль, не нужно его заново регистрировать. Это ваш аккаунт, который полностью вам подконтролен. Вы видите баланс этого, да, то есть условно, ну, баланс со всех клонов на один аккаунт скидывается, да. Но вы видите, где он находится, сколько вы с этого клона заработали, в каком месте он находится. То есть вы будете видеть всю информацию по этому клону. То есть это точно такой же ваш аккаунт, который будет приносить вам деньги. Просто это дополнительный аккаунт. Клоны ставятся вручную. Смотрите, вы ставите клонов вручную, куда хотите. Вы можете покупать клонов в любом количестве. Вы можете в первую площадку купить 100 клонов. Вы можете просто по одному клону покупать каждый месяц в рамках партнерской программы. Вы можете купить там 5 клонов на вторую матрицу. Там. То есть вы можете покупать любое количество клонов. Для чего это нужно? Да, допустим, у разных команд разные стратегии, да, то есть и там условно, я не знаю, ну, здесь можно думать по-разному, то есть представьте, что, я не знаю, есть команда, в этой команде там 1000 человек, к примеру, в этой команде есть 10 крупных лидеров,
которые говорят о том, что, ребята, давайте мы там в своей команде условно будем скидываться лидерами, допустим, я не знаю, по 100 долларов каждый месяц, потому что вот мы зарабатываем 10 тысяч долларов, давайте по 100 долларов скидываться. На эти там условно там 1000 долларов, которые мы скинулись, допустим, ежемесячно, давайте мы там нашей команде, нашим новичкам, которые зашли в этот месяц, к примеру, прокупим клонов и, точнее, купим клонов и этими клонами двинем условно наших партнеров, да, то есть условно. То есть это нужно для того, чтобы лидеры с крупными чеками могли, соответственно, закупать клонов, да, то есть и помогать своим новичкам продвигать, получать первый финансовый результат, потому что вот эта система, когда ты можешь продвинуть своего новичка, вывести его на результат, вот закон вселенной, да, много раз говорил, чем больше ты отдаешь, тем больше ты получаешь. Вот здесь как раз про это есть, да. Сейчас немножко отойдем от темы. Когда будут сильные отношения у мужчины с женщиной, да, то есть когда семья образуется, когда ты отдаешь и не требуешь взамен, когда ты даришь любовь и не ждешь взамен, когда ты даришь заботу, ласку и не ждешь взамен, когда будет сильная крепкая дружба, когда ты другу можешь помочь бескорыстно, да, то есть и не требовать ничего взамен, когда ты приходишь на помощь другу и ничего не требуешь взамен, когда будет хороший бизнес, когда построится хороший бизнес-отношения, когда ты человеку поможешь в бизнесе и при этом ничего не будешь требовать или ждать взамен. Понимаете? Вот здесь логика такая, что я пригласил новичка, он пока разбирается, я хочу сделать ему приятно, я, соответственно, знаете, фильм такой был, да, то есть мы же его смотрели, в ЖО в том числе, да, то есть подари другому, если не ошибаюсь. Но логика в чем? Да, то есть вот здесь как раз-таки люди, которые чистым сердцем, с чистой душой, которые действительно с ценностью, да, то есть, которые действительно хотят, да, то есть, вот сила в простоте, я про это говорю. У этих людей в этом маркетинге, ну, получаться будет намного больше, да, то есть, чем тех людей, которые деньги, 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 знаешь, вот, ну, вот про человеческие отношения. Я говорю, что бизнес строится прежде всего на человеческих отношениях. Поэтому здесь возможность покупать огромное количество клонов, да, то есть и продвигать свою команду, да, то есть заработанных денег в том числе, да, то есть вот, то есть, ну, это всегда так, да. Я не знаю, вот представьте себе, какой-то бизнес вы открыли. Кафе, ресторан, там, любой бизнес абсолютно. Вы первые полгода, первый год будете только вкладывать в этот бизнес. И только, возможно, на второй, на третий, на четвертый год этот бизнес начнет приносить вам какую-то прибыль. То есть этот бизнес начнет окупаться и приносить какую-то прибыль. Но зачастую, да, то есть будет происходить так, что вам, соответственно, нужно будет постоянно докладывать в этот бизнес. Вот здесь примерно то же самое. Сетевой бизнес – это именно про это. Это мы не говорим про нашу компанию, мы говорим в целом вообще про сетевой бизнес. Бизнес получается только у тех людей, кто у тех лидеров, кто инвестирует свое время, свои знания, свои деньги даже в свою команду, в своих лидеров, выращивает лидеров, да, то есть инвестирует в них, да, вкладывает в этот бизнес. И потом происходит отдача в виде пассивного дохода. Однажды проделанная мной работа превращается в пассивный остаточный доход, да, то есть за счет чего? За счет того, что я инвестировал когда-то в лидеров, которых вырастил, и они, соответственно, сейчас просто летят как паровоз и делают то же самое. Ну, сетевой бизнес, в том числе и бизнес дубликации же, да, то есть когда повторяют, когда делают то же самое люди, да, то есть которых мы привели, и они повторяют и делают то же самое, то есть дубликация. Вот, поэтому как-то так. Поэтому вы можете покупать любое количество клонов. То есть смотрите, первое, 5 тонов ежемесячно на один аккаунт, да, то есть один аккаунт, который может создавать там сотни, 200, там, тысячи клонов у вас может быть внутри, неважно. Один аккаунт, одна регистрация, соответственно, одна оплата. Дальше. Команду вы можете выставлять как угодно. То есть смотрите, я пригласил Лилю. Лиля у меня в первой линии находится. Что произойдет? Лиля оплатила, Лиля может уже строить. То есть я ее пригласил, она уже может сейчас начать строить. Уже сейчас может начать. То есть я ее пригласил, она зарегистрировалась, все. С этого момента у нее появилась реферальная ссылка, она может уже начать строить команду. Но она у меня не отобразится в игровом столе. То есть в игровом столе она у меня не отобразится. У меня будет висеть значок о том, что расставь меня, расставь. То есть вы можете сделать это автоматически. То есть вы можете поставить рычажок, и у вас, допустим, ваш партнер упадет автоматически в самое выгодное место, да, к примеру. А я здесь такой думаю, блин, вот Лиля классно там условно качает, вот я хочу помочь своему новичку. Я Лилю ставлю не под себя, а ставлю под своего новичка вообще.
То есть и она встает под него, соответственно, я закрываю ему место, к примеру, своему новичку, да, то есть и у него происходит апгрейд, он переходит ко мне, да, допустим, на более дорогую площадку, соответственно, а Лиля, условно, когда сделает апгрейд, она все равно ко мне вернется. Моя команда всегда следует за мной. Моя команда всегда следует за мной. Вот это важно понимать. То есть, когда происходит апгрейд любой матрицы, моя команда всегда встает ко мне. Но она встает как? Встает, если у меня ручная расстановка стоит, я сам могу поставить туда, куда мне выгодно. То есть моя команда следует за мной, и, соответственно, как только у них происходит закрытие площадки, происходит апгрейд, она может в автоматическом режиме встать ко мне в выгодное место, либо я могу сам в ручном режиме расставить куда-то, допустим, вниз, под клона, допустим, мне вот выгодно, чтобы она сейчас под этого клона встала или под этого партнера. То есть я могу играть в шашки как угодно, понимаете? Я могу выставить ее куда угодно и как угодно. Вот это понятно. То есть вы можете здесь выставлять не только клонов в ручном режиме, но и своих партнеров. И если в течение 24 часов вы вручную, допустим, не поставили, он у вас выставится автоматически. Либо вы можете просто рычажок поставить автоматически. И все будет происходить автоматически. Клоны вставать автоматически, партнеры. Но мы говорим о том, что здесь есть такая возможность, и это позволяет людям, лидерам с командами, просто выдумывать сумасшедшие вещи. Просто это настолько гибкий маркетинг, что я просто не знаю. Ольга, а если нет команды? Мне кажется, ответ кроется в вашем вопросе. Если нет команды, нужно начать создавать команду, понимаете? Если у меня нет денег, что я должен делать? Заработать денег. Это то же самое, у меня нет денег. Что делать? Либо принять эту реальность и, дальше жить как-то, я не знаю, и надеяться, что прилетит волшебник в голубом вертолете и подарит вам что-то, либо поднять задницу и начать зарабатывать эти деньги. Выбор-то какой? Нет команды, начните. Я же говорю вам про то, что у нас будет обучение, как создать команду, как сделать, откуда вытащить людей и так далее. Но повторюсь еще раз, что люди идут на экспертов, на профессионалов. И вот вам здесь очень сильно повезло. Я вчера приводил пример. Неважно, кем вы являетесь в жизни, классным предпринимателем, у вас 2 красных диплома, неважно, кем вы в жизни являетесь, в криптовалюте вы новичок. Вы новичок. И здесь в чем ваша конкурентоспособность? В том, что вы одни из первых сейчас, кто сюда заходит. И 99% людей вообще не знают, что такое тон, что такое тонкоин, да, то есть что такое система тон, что такое блокчейн тон, да, что вообще у Телеграма есть своя собственная монета, да, то есть многие вообще этого не знают. Да многие не знают даже, что они слышали, что такое биткоин. Да, то есть, но они не знают, как купить биткоин, как продать биткоин. То есть они вообще ничего про это не знают. Вот вы будете получать эту экспертность. У нас даже первый курс нацелен на это, чтобы помочь новичкам зарегистрировать кошелек, как покупать, как хранить, то есть вот эти все моменты. И по сути дела, каждый день, каждую неделю, каждый месяц все больше людей будет хотеть узнать, что такое криптовалюта. И вы будете проводником для них в этот мир. То есть вы будете нести ценность через то, что вы проводник в этот мир. Да, то есть, и, соответственно, будете на этом зарабатывать и монетизироваться. Монетизировать свою экспертность в том числе. Вот это я надеюсь. Поэтому здесь несложно будет собрать команду. Так, друзья мои, я сейчас просто начал отвечать на ваши вопросы из чата. Это неправильно. Давайте. Возвращаемся к маркетингу. Я отвечаю на все ваши вопросы. У меня огромное количество ваших вопросов. Итак, 12 матриц, которые можно пролететь просто на огромной скорости и пролететь не один раз. Просто и не раз, и не два, и не три. Да, давайте с вами еще раз посмотрим, сколько мы зарабатываем, если мы проходим это все одним аккаунтом. То есть одним аккаунтом, который, соответственно, прошел, и мы что получили? Мы получили на вывод сначала 4 тонна, потом 16 тонн, потом 32, 128. То есть вот мы двигаемся одним аккаунтом и постепенно получаем с него выплаты, да, то есть по матрицам. Дальше получили там, условно, закрыли последнюю матрицу, получили 16 384 тонна. Да, то есть сколько здесь? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То есть из 12 матриц у нас только 2 накопительные, а с 10 матриц вы будете получать деньги. То есть из 12 матриц 2 накопительные, коротких, по 2 аккаунта.
и 10 матриц, где вы получаете деньги. Соответственно, 4, 16, 32 тонны и так далее. В общей сложности с одного аккаунта вы получаете 19 тысяч тонн. Сколько 1 тонн стоит? 200 рублей. Умножаете 2 доллара. 2 доллара 200 рублей. Умножаете просто это на 2 доллара. Это получается 38 тысяч. 38 тысяч это умножаем на... Соответственно, 38 тысяч долларов умножаем на 100. 3 миллиона 800 тысяч. То есть 3 миллиона 800 тысяч рублей вы получаете с одного юнита, если пройдете, соответственно, все матрицы. Да? То есть, но вы проходите одним аккаунтом, и вслед за вами остается вот такое вот количество клонов. То есть таких же аккаунтов, которые будут генерировать и приносить вам деньги. И вот этими клонами вы будете помогать не только себе, но и своей команде, своим лидерам, своим наставникам. То есть вы, генерируя большое количество клонов по мере своего продвижения, соответственно, стимулируете своего наставника двигаться, у которого в том числе тоже будет создаваться огромное количество клонов, и он будет давать вам переливы за это. Да, то есть и вы будете за помощью этих клонов давать переливы своей команде. Понимаете? И вот в этом кайф. Дальше у нас партнерка. Что такое партнерка? Давайте сразу разберемся. Так, партнерка — это, по сути дела, тоже ваши деньги. То есть ваши деньги, вот, но что у нас происходит? Так, вот так экран поставлю. Да. Партнерка. Партнерка пятиуровневая. Пять уровней. Соответственно, первый уровень — 50%. То есть со всех лично приглашенных, вы получаете 50%. То есть, условно, если 4 тонна в партнерку, вам 2 тонна. Если 40 тонн в партнерку, вам 20 тонн. Если 80 тонн в партнерку, вы получаете с этого 40 тонн. Если 160 тонн в партнерку, вы получаете 80 тонн. То есть ваш доход с первого уровня дополнительный. Помимо того, что вы получаете с того, что ваша команда встает, и вы получаете с этого, да, то есть, но также вы получаете еще 50% с этого. Дальше со второго уровня, то есть со второго уровня вы получаете 10%. То есть, к примеру, Лиля, то есть, допустим, вот Лиля, она встала ко мне в первую линию, то есть это моя первая линия. Я с нее получил, 50%. Да, то есть она пригласила Ларису. Лариса встала именно на ячейку, где есть партнерка, то есть там, где есть ячейка, партнерка, да, то есть вот в маркетинге, в картинке вы видите. Соответственно, я получу с Ларисы 10%. То есть с 40 тонн я получу 4 тонна, то есть мне упадет, допустим, плюс 4 тонна, да, то есть с площадки 80 тонн 8 тонн, да, то есть с площадки там 160 тонн 16 тонн упадет, да, то есть, но у Лили в ее второй линии может быть сколько, 20 человек, которые туда попадут, 30 человек, которые попадут на такую площадку, то есть Лариса — это всего лишь один аккаунт, который пройдет, условно, попадет на площадку, партнерку, допустим, в 4 тонна, потом она перейдет на партнерку в 40 тонн, в 40, 80, 160 тонн, и я каждый раз с Ларисы буду получать по 10%, это понятно? То есть с одного человека, которого пригласила Лиля, как только Лариса будет вставать на тот аккаунт, на тот юнит, на то место, где есть партнерка, сейчас мы посмотрим, где есть партнерка, я буду получать 10% каждый раз с того, как там появляются люди. Я надеюсь, это понятно. Соответственно, с третьего уровня мы получаем также 10%. С четвертого уровня тоже получаем 10%. И с пятого уровня получаем 10%. Пятого уровня 10%. То есть вот здесь у нас получается всего 90%. То есть 90% уходит в партнерскую программу. 10% остается в системе на выплату бонусов, подарков и так далее. То есть, допустим, мы еще не решили, куда будем распределять, но, допустим, у нас есть раздел «Арена», где будут рубиться лучшие, да, то есть среди тех, кто пригласил. Вот. И, допустим, 10% вот от всех партнерских программ, там, ну, всю глубину, представьте себе, у нас может быть 1000 глубина. Вот, 10% будет уходить, допустим, в раздел «Арена», что будет мотивировать людей биться за эту арену, да, то есть потому что здесь все-таки вопрос признания и вопрос лучших из лучших, да, то есть и это маркетинг для людей с активной жизненной позицией. Вот, поэтому 10% уходит на розыгрыш, подарки, и 90%, то есть 5 уровней, то есть представьте, Лариса позвала Свету, там, я не знаю, там
Тамару, там кого угодно, Свету позвала. Я даже знать не знаю, это от меня третьего уровня. Света позвала Антона, Антон позвал там Костю какого-то. Вот Костя пятый уровень, я там его знать не знаю, если я буду получать постоянно тончики, монетки буду зарабатывать. Для тех, кто понимает, как работает вообще в целом линейный маркетинг, да, то есть, ну, я могу сейчас считать 5, 25, 125, 625, 3125, потенциально у вас может быть там в пятом уровне, если каждый пригласит по 5. Ну, понятно, что так не будет, но может быть так, что у вас в четвертый уровень упадет какой-то сильный лидер, да, то есть, который пригласит там 500 человек, 1000 человек легко. Вы прекрасно знаете, что у нас есть, соответственно, партнеры, которые в первой линии имеют по 1000, по 2000 человек. Поэтому я не думаю, что это проблема. Вот, друзья мои, то есть, надеюсь, это понятно. Соответственно, 5 уровней, партнерская программа, дополнительный бонус. Давайте посмотрим просто вот на примере даже первого уровня. На примере первого уровня, где у нас есть момент с партнерской программой. Вот, то есть, условно, здесь у нас начинается с третьего уровня, то есть вот сюда у вас человек встал на 16 тонн, вы получили 2 сразу же 50%, то есть 2 тонна вам упало бонусом дополнительно, плюс вы получили клон C1 и C2. То есть вот все 16 тонн, они распределились. То есть, по сути дела, вот эти 16 тонн – это тоже ваши деньги. То есть это ваш заработок в том числе. То есть логика в чем, что 4 тонна на партнерку, C1, C2, то есть 8 плюс 4 – 12, плюс 4 – 16 тонн. То есть все вот эти 16 тонн, из которых 2 тонна ушли на 5, на 4 уровня выше, на 4 уровня выше, 2 тонна вы получили в виде партнерской программы и получили по одному клону. Допустим, у вас уже здесь есть пустые места, вы можете один клон поставить себе сюда, с него получить, к примеру, еще 4 тонна, к примеру, еще 4 тонна получить, да, то есть дополнительно, и можете, соответственно, получить еще одного, ну, то есть получаете еще одного клона в этот стол, и у вас уже 2 клона, да, то есть в этом столе. Вы, соответственно, выставляете 2 клона, к примеру, под свой аккаунт, и у вас есть теперь клон на C2, то есть вы можете поставить этот клон куда угодно, можете поставить его в накопление, можете поставить его, допустим, в другой клон, у которого есть пустое место, к примеру, сразу на вывод, то есть поставили, сразу же получили на вывод, к примеру. То есть можно по-разному играться, можете под новичка поставить, под партнера поставить, куда угодно можете поставить, да. Вот это, надеюсь, я ответил. Давайте я сейчас быстренько, друзья мои, в ваших вопросах кроется в том числе разбор маркетинга. Давайте я сейчас быстро пробегусь по вашим вопросам, вот, потому что там как раз-таки, короче, в ответах на ваши вопросы будет в том числе и разбор маркетинга. Итак, вопросов огромное количество. Клоны, которые будут покупаться ежемесячно управляемые или будут сами вставать? Еще раз, все клоны, которые будут, соответственно, в системе, они все управляемые. То есть вы можете поставить автоматический режим, они будут выставляться, можете в ручном режиме. То есть и в том числе клоны, которые вы покупаете каждый месяц, обязательно вы можете выставлять в ручном режиме, нет никаких проблем. Здравствуйте, Коля. Что будет, если человек активировался, но по каким-то причинам не оплатил ежемесячную подписку? Его место будет продвигаться или у него выплата то спишется или как? Друзья мои, то есть смотрите, что будет, если человек не оплатил ежемесячную подписку? Он теряет доступ к курсам, к обучению, к мастер-классам, и ему будут приходить смс-ки, упущенная прибыль. Компрессия. То есть у нас есть компрессия. То есть условно, у меня Лиля в первой линии, она по каким-то причинам не оплатила маркетинг. Вот. И, соответственно, у нее кто-то встал, да, то есть кто-то встал, ей прилетела партнерка, ей приходит сообщение о том, что упущена прибыль, и эта партнерка, и в том числе клоны, то есть будут уходить вышестоящему, то есть все деньги идут в сеть. То есть в случае, если ваш юнит вашего партнера не активен, вы получите эту прибыль себе на баланс. Да, то есть и человек может потом зайти и активировать, да, то есть нет никаких проблем. Вот.
все скорее будет автоматическое списание, то есть мы сделаем возможность автоматически списывать с баланса, то есть если у вас баланс положительный, есть на нем 5 тонн, у вас автоматически произойдет списание, автоматически произойдет вылет. Да, то есть также у вас будет возможность, допустим, запретить автоматическое списание. То есть мы будем давать всегда выбор автоматически делать либо в ручном, автоматически либо в ручном. То есть в любом моменте вы сможете делать все в ручном режиме. То есть вот это позволит как раз-таки делать просто сумасшедшие стратегии, друзья мои. Давайте быстренько. Где брать ссылку для приглашения и где я могу увидеть мою структуру с основной очереди? Друзья мои, то есть смотрите, ссылка будет в разделе «Моя команда», но когда? Примерно дня через 2-3 мы откроем вам на платформе Rocketon раздел «Моя команда». Мы перенесем всю команду из живой очереди, и вся ваша команда будет перенесена на площадку Rocketon. Соответственно, и у вас будет открыт раздел «Моя команда», и в разделе «Моя команда» будет ваша реферальная ссылка. И здесь логика в чем? Вы сможете посмотреть, кто у вас есть, и когда у нас будет официальный старт, возможно, там через 10 дней, допустим, к примеру, я не могу сказать, когда мы стартуем, потому что сейчас есть факторы, от которых мы зависим, в том числе платежная система. Если мы не сделаем грамотно платежную систему, прием денег, выплат денег, да, то есть, то, соответственно, будет коллапс на старте. Нам не нужно этого. Поэтому мы все протестируем, все сделаем грамотно. То есть мы сделаем офигенный, классный старт. Вот. Всему свое время не спешите. Вот. Поэтому когда мы объявим официальный старт, люди будут оплачивать, и через неделю все, кто не оплатили, да, то есть будут удалены из раздела «Моя команда». То есть тем самым мы отделим людей, кому это интересно, а тех людей, кому это неинтересно. Все. Но в любой момент у этих людей будет возможность заново зарегистрироваться. Да? Также смотрите, вот до момента официального старта приходит огромное количество запросов. Я хочу с этим работать, я хочу с этим, я хочу под этого зарегистрироваться. Да нет проблем. Это свободный бизнес свободных людей, друзья мои. Нет никаких проблем, вы можете регистрироваться под кого угодно и как угодно. То есть вы можете, вот у вас будет раздел «Моя команда». Вы можете зайти в мой аккаунт, удалить свой аккаунт, зарегистрировать заново под тем, под кем вы хотите. То есть мы здесь не ограничиваем ничем, да, то есть если у вас уже большая команда, ну, есть ли смысл этого делать, да, то есть мы всегда говорили о том, что вот работая с нами, да, то есть мы всегда будем максимально честно. Как нам только не предлагали делать запуск, типа, давайте, типа, делать запуск. Как бы сделали другие админы? Они бы сказали, о, ребята, вот реферальная ссылка, регистрируемся. И эта ссылка бы куда вела? Правильно, в первую линию к нам, к примеру, да. Но мы так не делаем и никогда не делали так, да, то есть мы всегда делаем перенос команды из одного проекта в другой, из другого в третий, то есть, соответственно, и сейчас мы делаем то же самое, да. Но если вы хотите сделать какие-то группировки, перегруппировки, там еще что-то, вы сможете просто удалить свой аккаунт, зарегистрировать его заново. Если у вас уже есть большая команда, ну, в этом нет никакого смысла, да, то есть вы просто потеряете прибыль тогда в этом случае. Поэтому в разделе «Моя команда» вы будете видеть всех, соответственно, и будет ваша реферальная ссылка, и мы еще до начала официального старта у вас будет возможность, соответственно, приглашать партнеров, строить сейчас, да, то есть уже выстраивать какую-то команду и, соответственно, делать, короче, разные схемы. Так, попробовал на обменнике поменять рубли на тонны. Все получилось отлично. Теперь в кошельке CryptoBot у меня есть несколько тонов. А вот в кошельке WalletBot все по нулям. Друзья, это разные кошельки. То есть WalletBot и, соответственно, CryptoBot. CryptoBot – это обменник, у которого есть свой внутренний кошелек. И WalletBot – это официальный кошелек Телеграма. Да, то есть, и мы вас еще познакомим сейчас с Тонкипером, да, то есть это мобильное приложение, это более безопасные кошельки, да, то есть, ну, они и так сами по себе безопасные, телеграмские кошельки, все хорошо, просто мы вас научим пользоваться всем, ничего страшного, пускай они будут сейчас лежать на криптоботе. А в ближайшие дни у нас будут выпущены видеоинструкции и текстовые инструкции, то есть PDF-инструкции и видеоинструкции. Делай раз, делай два, делай три. То есть мы все покажем, друзья. Сейчас вы можете просто купить себе тонны и держать их, да, то есть ждать официального старта. Вот, поэтому дальше разберемся. Приветствую на кошельке. В кабинете заработала тон. Как я их выведу, через какие кошельки. Ничего не знаю по этому поводу, будут ли подробные разъяснения. Вот я про это говорю. То есть еще раз, мы будем вас всему учить. Не нужно бояться. То есть
будет создана большая команда технической поддержки, чтобы каждому ответить на вопрос, каждому помочь. Мы прекрасно понимаем, что для вас это прям тяжело. Но мы прекрасно понимаем, да, то есть, что вы наши партнеры, и мы будем инвестировать в вас свое время, свои знания, чтобы передать вам их, чтобы вы стали более экспертны в этой области, и вас всему научим. Потому что нам важно, чтобы вы передавали эту информацию своим партнерам правильно, да, то есть не ломая. Поэтому будут инструкции, будут делай раз, делай два, делай три, делай два, делай раз, делай два, делай три. То есть мы все максимально упростим. Не переживайте. Если из моих рефералов в живой очереди никто не пожелает заниматься бизнесом на этой платформе, а мой знакомый человек, у которого другой куратор, захочет перейти в мою структуру на этой платформе, можно ли это осуществить таким образом? Вот я только что говорил ранее о том, что можно будет удалить, заново зарегистрироваться, если вы так желаете. Могу ли я приглашать на данную платформу людей, не являющихся партнером живой очереди? И нужно. То есть наша задача здесь создать сообщество криптоэнтузиастов, людей, кто хочет, соответственно, разобраться, понять, что такое, и люди, кто жадный до денег. То есть, опять же, мы делаем инструмент, который, что, первое, позволит вам ежедневно зарабатывать деньги. То есть вы можете деньги эти ежедневно зарабатывать и тратить на свои нужды. То есть вы можете через тот же обменник, через который вы можете купить тонны, вы можете их продать. То есть вам просто деньги на карту переведут, да, то есть мы, возможно, сделаем внутренний обменник, чтобы вы просто поставили на вывод, и вам деньги на карту пришли. То есть всего скорее у нас даже так будет сделано, реализовано. Да, то есть и, друзья мои, то есть вы сможете каждый день зарабатывать, тратить на свои нужды. Да, то есть для тех людей, кто более осознанный, более финансово независимый, вы можете зарабатывать эти деньги, переводить на свои холодные кошельки и хранить эти тонны, да, то есть на год, на два, на три ждать, когда они сдадут 10, 20, 50, 100 иксов, да, то есть когда монета вырастет. Поэтому здесь каждый сможет поступить как угодно. Вот поэтому все будет максимально просто. Клон — это мною... он созданный и зарегистрированный. Я раз в месяц буду платить 1000 рублей за себя и за клона 1000. Нет, еще раз, друзья. Один аккаунт, один логин, пароль, и у вас может быть хоть 100 клонов, хоть 200. Вам нужно будет только оплачивать за аккаунт. То есть вы создаете один клон ежемесячно, да, то есть на аккаунт, на регистрацию, да, то есть поэтому... Если вы заходите треугольником, то есть, само собой, вам нужно будет регистрировать три аккаунта. То есть мы не против того, что вы регистрируете себя же, да, допустим, там Лилия, допустим, Лилия 1, Лилия 2, Лилия 3 аккаунт, да, то есть сами под себя регистрируете, создавая треугольник, тем самым, то есть, ну, все знают, что в сетевом бизнесе, если ты заходишь треугольником в матрице в том числе, то есть ты можешь зарабатывать в 3 раза больше, да, то есть это вопрос стратегии, опять же, то есть мы разберем с вами до старта разные стратегии, друзья, не переживайте, вот, и поощрим тех людей, кто создат самые лучшие стратегии. Сейчас мы подготовим PDF, мы подготовим видеоролики для вас, они уже будут выпущены на этой неделе, и вы сможете разобраться с маркетингом прям детально. И дальше мы с вами уже будем прорабатывать разные стратегии, и люди, да, в команде, кто придумает самые эффективные, самые сладкие, самые просто персик стратегии, будут очень сильно финансово поощрены. Вот, поэтому вникайте, как работает маркетинг, будете учить других. Сейчас 1 тонн стоит 200 рублей, соответственно, 5 тонн – 1000 рублей. Если, к примеру, 1 тонн будет стоить 1000 рублей, а ежемесячно платеж 5 тонн, то уже нужно 5000 рублей и выше. Как в таком случае будет производиться платеж? Друзья, мы это предусмотрели. Если цена тонна будет расти очень сильно и очень быстро, у нас есть выход из этой ситуации, будут созданы дополнительные стартовые матрицы, более дешевые, да, то есть и как бы... Ничего страшного в этом нет абсолютно. Вот. Будем радоваться, если тон будет расти. Особенно те, у кого на балансе будет очень много, и тот, кто к этому моменту заработает очень много. Вот. Поэтому, друзья, ну, здесь мы прекрасно понимаем, что у тона сейчас капитализация больше ярда, то есть больше миллиарда долларов. Вот. И он не может вот так в один прекрасный момент просто там, я не знаю, в 10 раз вырасти, да, то есть это не шит монеты, это не просто так, в общем, нужно, то есть нужно прям тотальная большая реклама с их стороны по вовлечению, да, то есть, но они сейчас больше созданы на создание продукта,
Да, то есть вот это важно, и мне вот в этом нравится. Почему мы выбрали эту монету? Потому что они создают инфраструктуру, чтобы эти деньги можно было тратить внутри. Да, то есть уже не то, что внутри Телеграма. Уже я показывал видеоролик, да, давайте еще раз покажу. Нет проблем. Где-то у меня был. Так, все быстро. One moment. Так, local video. Да, вот посмотрите просто пример. Ну, то есть, видите, как максимально просто, вы просто наводите QR-код в своем кошельке, да, то есть, в котором есть тонны, и оплачиваете уже физические продукты. Я в Дубае был, там, ну, там квартиру можно купить. То есть, по сути дела, вы из России больше 10 тысяч долларов не вывезете, вас таможня не выпустит. Если выпустит, вам нужно будет декларировать и так далее. В криптовалюте вы можете вывозить хоть сколько, хоть у вас там 10 миллионов долларов, неважно, понимаете, то есть, вы... спокойно приезжаете в Дубай, я не знаю, наводите QR-код, покупаете все что угодно, можете эти тонны превратить в доллары, причем в живые, да, то есть вообще никаких проблем. В общем, здесь ну, максимальная свобода. Вот в чем прикол крипты? В том, что это максимальная свобода. Вот. Если партнер никого не пригласил, сможет ли он двигаться по матрицам? Он сможет двигаться за счет ваших клонов, за счет того, что вы его клонами будете двигать. Но какой смысл нести чемодан без ручки, который нести тяжело и бросить жалко? Таких людей лучше вообще не брать. Вы поймите, что здесь матрица — это не про количество, это про качество. Да? То есть один активный партнер может вам принести огромное количество денег. Просто огромное количество денег. Вот давайте просто, я не знаю, на... блин. Короче, друзья, нужно качество. Поэтому мы и говорим про то, что, ну, мы понимаем, что, конечно, можно просто создать какой-то тупой маркетинг, где типа заходи, ни хрена не делай, получай. Да, то есть, но в какой в этом смысл? Да, то есть, это бессмысленно. Мы понимаем, куда мы идем и какие усилия нам сейчас нужно будет приложить, чтобы создать армию обученных партнеров, которые сейчас просто заберут рынок СНГ, потому что на рынке СНГ не так много нашей целевой аудитории. Вы даже представить себе не можете, сколько у нас нашей целевой аудитории находится в Индии, сколько находится в Африке той же самой. Да, то есть, и по сути дела, мы сделаем всю... То есть, вот та армия партнеров, которая научится и поймет, как работает маркетинг и так далее, мы для вас создадим всю инфраструктуру, боты на английском языке, обучение на английском, на разных языках делаем, потому что мы заинтересованы в том, чтобы наш продукт вышел за рамки СНГ, да, то есть мы на это нацелены, поэтому мы очень быстро будем забирать, и мы знаем, где сидит наша целевая аудитория. В Телеграме. Вот. Можно ли покупать не одну матрицу, не называем это матрицей, игровым столом. Все, учимся, друзья мои. Можно ли покупать не один игровой стол первого уровня, а несколько, и за счет своих клонов двигаться по уровням? Можно, а какой смысл? То есть здесь логика-то в чем, что не просто, ну, то есть это как читерство такое, знаете, читерство. Я, типа, продвинулся за счет клонов по всем игровым столам, а толку-то? Что ты приобрел, чему ты научился? Да, то есть ты больше только потеряешь, да, то есть пройдя это все, потому что тебе больше вливаний нужно делать. Ну, вот, поэтому здесь задача-то какая? То есть
Я вам просто сейчас скажу, что люди, которые пройдут вот этот путь в 12 столов, это люди, которые кардинально изменят свою жизнь, потому что это не просто вопрос денег, это вопрос, вопрос то, кем вы станете, пройдя этот путь. Понимаете, какие трудности вы будете преодолевать, каким экспертом вы станете, и какие навыки вы приобретете, и каких друзей рядом вы обретете, которым вы поможете в том числе пройти это все и станете для них примером. Вот это гораздо важнее, понимаете, быть, а не казаться. Если купил золотой треугольник в первый игровой стол, то ежемесячно нужно оплачивать по 5 тонн 3 раза. Все верно. То есть если у вас 3 аккаунта, 3 регистрации, вы оплачиваете 3 раза. Если сейчас купить тонны через P2P, то когда начнутся регистрации, этими купленными тоннами можно оплачивать вступление в игровые столы или нужно из кабинета покупать? Нет, друзья. Если вы сейчас купите... вы облегчите жизнь и нам, и вам. Я почему сейчас мы начали вас заранее готовить к этому ко всему? Потому что подготовить вас, чтобы в том числе вы подготовили тонны на кошельках. Вы можете оставить пока тонны в Телеграме. Да, то есть, короче, мы вас будем учить сейчас покупать тонны различными способами на различных площадках. Для чего это надо? Потому что у нас люди с разных стран. Да, и вот, допустим, там люди с России легко оплачивают, да, то есть через P2P. А люди там в Беларуси, Казахстана, Украины не могут оплатить, да, то есть почему? Потому что, ну, там нет российских банков, нету их банков. И здесь нужно будет учить их через биржу оплачивать, через карту оплачивать. То есть, и вот мы разные способы оплаты. Сейчас я показал самый простой через P2P. Это больше для России, где наша целевая аудитория основная находится. Да, то есть дальше мы будем вас учить, как покупать уже через карточку вашего банка Visa, MasterCard. То есть в других странах с этим нет проблем. Visa, MasterCard работает. Вот. И будем учить вас покупать через... как сказать, через биржу покупать, да, то есть как и на Uniswap, на DexTool можно купить, вот, то есть можно купить по-разному, мы вас всему научим, то есть разные способы, чтобы вы могли, то есть не вопрос тонов, вы потом сможете любую монету купить, то есть вы будете понимать, как купить биткоин, как купить эфириум и так далее, вот, то есть суть одна и та же для всех монет, вот, но как это сделать максимально безопасно, поэтому будем учить всему. Друзья, пока не читаю чат, вот у меня вот здесь вопросы, я сейчас быстро отвечу на них, потом из чата буду отвечать. Я с вами до последнего сегодня, не переживайте. Вот, я говорил о том, что вас будет тошнить от моего внешнего вида, потому что я буду с вами каждый день, через день да каждый день. Сейчас. Будут ли презентации в картинках и короткие видео для лендинга? Будет такое огромное количество картинок. Будет такое огромное количество видеороликов, огромное количество различных баннеров. Мы просто засыпем вас огромным количеством классных презентационных роликов, то есть промо-материалами, давайте так. То есть такого количества промо-материалов мощных, современных, молодежных нету, не будет ни в одной компании. Да? То есть у нас контент будет генерироваться каждый день. То есть помимо того, что мы будем создавать, генерировать обучающие курсы, мы будем генерировать огромное количество промо-материала. Вот. Когда официальный запуск проекта? Я не могу сказать, когда официальный запуск. Как только, так сразу, друзья. То есть мы не будем привязываться к конкретной дате. Как только мы будем готовы и будем понимать, что у нас все отлажено и все работает как часы, вообще нет никаких проблем. Сразу запускаемся. Для того, чтобы новый партнер присоединился к Rocketon, ему нужно покупать юниты в живой очереди? Нет. Это полностью самостоятельный продукт. Полностью самостоятельный продукт. Здесь, соответственно, мы заходим на рынок, где целевая аудитория наша – это криптоэнтузиасты, те, кто и так держит тонны и хотят заработать еще больше монеток тонн. И те, кто хотят разобраться, что такое криптовалюта и так далее. То есть здесь немножко другая целевая аудитория. Это полностью самостоятельный продукт. По поводу ежемесячной активации, то он будет автоматически списываться с кошелька или нужно будет самим? И самим, я автоматически уже говорил, выбирать сами будете. А если не проплатить, то есть просто будет упущенная прибыль и по компрессии будет ходить вышестоящему, если вы не оплатите. Если вам, соответственно, придет перелив или там ваш юнит уйдет на апгрейд. Будет ли обучение для новичков, которые вообще не понимают, что такое криптомонета, где ее хранить? Да.
еще раз, наша основная цель — это научить людей. Вот сделать так, чтобы баба Тамара, там, я не знаю, которая там 40+, могла даже своим детям просто, я не знаю, поставить в тупик, когда в очередном диалоге со своими детьми или внуками она будет спрашивать: тебе, внучок, как деньги-то перевести в биткоинах или в тонах? Я тебе, может, в Телеграме, хочешь, я тебе в тонах переведу просто на конфетки, да, то есть чтобы внуки просто с ума сходили от своей бабушки, или родители сходили с ума от своих детей, то есть вот классно тоже чувство быть не на одной волне, вот. Но научим абсолютно всех и вся, поэтому не переживайте. Можно ли купить несколько игровых столов? Да, вы можете покупать игровые столы в любом количестве и по любому порядку. Обязательно покупка первого игрового стола, то есть C1 обязательно должен быть куплен, и дальше вы можете купить C1, C3, допустим, купить C1, C5, C1, C6, C1, C9, C1, C12. То есть вы можете покупать игровые столы в любом порядке, по любому порядку вы можете покупать. Что произойдет? Допустим, к примеру, у меня игровой стол, вот у меня игровой стол C1, C2, C3. Меня нету на игровом столе C4, C5. Я пригласил Лилю. Лиля такая: ага, блин, слушай, а я хочу сразу на 5 столов зайти. И она заходит на C1, C2, C3, C4, C5, к примеру. Да, то есть что произойдет в этом случае? Мне придет уведомление о том, что мой партнер прокупил более дорогие матрицы C4 и C5. И будет написано, что у меня есть 24 часа, чтобы прокупить эти матрицы, игровые столы. Прокупить эти игровые столы и, соответственно, не упустить прибыль. Да, то есть, чтобы мой партнер не мог меня обогнать, чтобы все было максимально справедливо. Я пригласил этого человека в бизнес, и я хочу в том числе зарабатывать с его активности. Да, то есть, и вот чтобы все было максимально справедливо, вы покупаете, он встает, и вы забираете, по сути, эти деньги обратно. Да, то есть вы просто ставите его, допустим, сразу же, чтобы вам на выплату пришло, вы выводите, допустим, и эти деньги снимаете. Но у вас уже куплено C4, C5, к примеру. Вот. Скажите, пожалуйста, сейчас уже можно купить тон, чтобы быть готовым к старту? Если да, то на каком кошельке хранить? На любом кошельке купить можете, соответственно. Мы не торопитесь, друзья. То есть я показал одну схему через P2P. Если вы поняли, как она работает, посмотрите прошлый видеоролик. Я там покупал, соответственно. И в понедельник у нас будут готовы... Ну, давайте край, вторник, на всякий случай. В понедельник-вторник у нас будут готовы видеоинструкции, как купить. Вот, будут разные инструкции, то есть покупка через это, покупка через то, покупка через это. То есть и видеоинструкции, и текстовые инструкции. И сможете купить и заранее подготовиться, и хранить можно пока где угодно. Как только мы скажем, что вот нужно перевести будет на вот этот кошелек, переведете на этот кошелек, допустим, да, с которого будете оплачивать. Так, как выгоднее зайти треугольником на первую площадку или одним на две первые сразу? Вот это хороший вопрос. Как выгоднее зайти? Нужно сидеть, считать. Нужно, вот я говорю, это как шахматы. То есть нужно будет писать разные стратегии. У нас будет огромное количество разных стратегий на любой вкус, на любую сумму. Допустим, стратегия, если у тебя 10 тысяч, ты новичок. Стратегия, если у тебя там 50 тысяч, ты новичок. Стратегия, допустим, быстрого выхода на C12. Стратегия, допустим, быстро. То есть разные стратегии под разные ситуации у нас будут. То есть смотрите, у нас будет раздел на сайте «Партнерская программа», там будет реферальная ссылка. Дальше будет два видеоролика с разъяснением маркетинга. Один мультяшный видеоролик, да, то есть который будет переведен под разные языки. И, соответственно, один разбор маркетинга от меня лично. И, соответственно, дальше будет стратегия 1, стратегия 2, стратегия 3. То есть куча разных стратегий от вас, от тех людей, соответственно, кто будет нам записывать стратегии с разными командами, по-разному, как двигаются и так далее. То есть и... мы будем отбирать лучшие стратегии, публиковать, и, соответственно, это будет интересно. Мы даже будем стратегии ваше имя называть. Вот там стратегия Антонюк. Почему бы и нет? То есть у нас такие стратегии будут называться. Вот. И потом через 2, 3, 5 лет, знаете, такие: ой, так это же Лариса эту стратегию первую придумала. Вот она молодец. Вот там, вот это она дает, конечно. Уже 5 лет по этой стратегии люди работают и выходят на большие чеки, к примеру. Так, конечно, если все люди треугольником будут заходить в космос сразу, динамика.
И еще каждый месяц по 5 тонов с каждого аккаунта. Просто это сумасшедшая динамика. Я как партнер в том числе смотрю. То есть я же смотрю на маркетинг не с точки зрения основателя. То есть с точки зрения основателя этот маркетинг не особо выгоден. Конечно, гораздо выгоднее было бы, чтобы, я не знаю, там было больше столов, чтобы, я не знаю, чтобы там был какой-то ежемесячный платеж, там, как условно, 2,5 доллара хотя бы у нас уходит в систему в матрицах, да, то есть, но у нас этого нету, то есть нету остаточного платежа, да, то есть, грубо говоря, и, конечно, было бы выгоднее, но как с точки зрения партнера я смотрю, насколько это гибкий маркетинг, насколько это классный маркетинг, вот я просто, у меня слюна течет, хочется быстрее уже начать качать. Так, как распределяется партнерка? Я уже показал, 5 уровней, первый уровень 50%, 4 уровня по 10%. Будет ли брендированная одежда? Обижаете. Будет самая охрененная брендированная одежда. Будет ли мероприятие офлайн? Как только даст возможность проводить живые мероприятия, мы будем проводить живые мероприятия, друзья мои. Нам неинтересно проводить мероприятия на 1,5 землекопа, то есть на 10-20 человек. Если мы приезжаем в ваш город качать презентации, мы просто засыпливаем ваш город рекламой. Просто, я не знаю, чтобы каждый знал о том, что мы едем в город к вам. Да, то есть и приезжаем просто и разматываем как следует. То есть нам нужны залы там хотя бы от 200-300 человек. Планируется, возможно, друзья мои, будем открывать офисы по всему миру. Почему нет? Под этот продукт можно, потому что этот продукт очень легко вывести на самоокупаемость, на команду и забрендировать. Это же классно, то есть представьте себе офисы, где людей будут обучать криптоакадемия, да, то есть такая криптоакадемия, где людей будут учить. То есть такого же нигде нету, где ты можешь прийти, и тебе скажут, вот этот кошелек заведи, вот на этой бирже торгуй, на этой не торгуй. Соответственно, вот ты можешь здесь там застейкать свои монеты, здесь ты можешь, соответственно, заработать по партнерке, там еще что-то. Вот, ну, это же классно, где будут обучать этому. Почему нет? Ну, если нету, значит, надо сделать. Будем первыми. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, с точки зрения, разрешено ли в Казахстане заниматься ракетоном? Рэкетом. Разрешено ли в Казахстане заниматься рэкетом? Не знаю, рэкета нельзя, рэкетоном можно. Есть ли какие-либо документы, что это законно? Да, друзья мои, здесь все будет абсолютно легально, вот, потому что люди, которые будут оплачивать, не будут оплачивать за курсы. И почему мы делаем два сайта, да, то есть потому что на одном сайте люди будут оплачивать именно ценность, да, то есть подписку именно за продукт, и там не будет слова о партнерской программе. Но с этим логином и паролем они заходят на другой сайт, на котором уже будет лежать то количество тонов, которые вы потратили на первом сайте. Вот, и, соответственно, ну, это, вы видите, как эта привязка работает. Она работает, ну, очень легко, но при этом она дает возможность работать абсолютно легально в любой стране. Если дальше не смогу работать, то смогу вывести тон с матрицы. Нет, друзья, то есть если вы купили игровой стол за 16 тонн, конечно же, вы не сможете с него вывести деньги, потому что эти 16 тонн ушли вышестоящему. То есть вы купили стол, значит, кто-то уже вывел эти деньги, значит, кто-то получил по партнерской программе. То есть вы кому-то встали место, и кто-то эти деньги уже вывел и заработал. То есть каким образом вы сможете, типа, все, хочу закрыть. Это же не депозит, мы не про инвестиции. Забудьте слово инвестиции в том понимании, в котором вы его знали. Да? То есть мы не планируем брать ваши деньги и приумножать их. Да? То есть, ну, то есть, когда валидаторами будем, сможем. Вот, но это больше не инвестиция, а больше как комиссия, то есть, которую вы получаете. Как бы, знаете, с точки зрения монет у вас может прибавиться, но курс может просесть. Инвестиция ли это? Да, то есть, потому что в количестве вы выиграли, да, то есть, но в стоимости на данный момент они, допустим, просели, но дальше они могут вырасти. Поэтому здесь все это будем разбираться с вами. Можно ли в ракетон зарабатывать, не приглашая? Нет. Друзья мои, и все такие херак. 430 человек онлайн, такие 429 ушли. Друзья мои, не нужно бояться, вы поймите, понимаете, то есть не нужно бояться, всему научим. Скажите, как купить монету в Украине? Вот я уже говорил о том, что будут инструкции с любой страны, все без проблем. Крайний вопрос, будет ли компрессия, если кто-то из перенесенных не захочет участвовать? Да, будет компрессия, то есть если из своей очереди мы перенесли структуру, если кто-то условно не захотел, они поднимутся выше к вышестоящему, поэтому мы
за то, чтобы все было честно, максимально справедливо, понятно, поэтому все, нет никаких вопросов. Так, поехали из чата. Будет какой-нибудь автопрограмма, это круто же, очередной партнер в команде получит автомотивацию. Саня Коротков, я с удовольствием бы тебе подарил бы автомобиль. Этот, тачка, водокачка. А мы не можем, то есть здесь логика-то в чем, что... Что такое автобонус? Это значит, нужно забрать деньги с маркетинга, то есть, условно, мы бы не 100% в сеть отдавали бы, а тогда 90% в сеть отдавали бы, то есть, а 10% бы забирали на автобонусы, да, то есть, вот это нужно понимать, что мы же все 100% денег, а нам больше-то денег не взять, и вот здесь с этим сложность, но возможно, в будущем мы сможем сделать, то есть, если мы станем валидаторами сети, мы будем получать комиссию за это, условно, если у нас, условно, будет застейкано там куча миллионов тонов, почему нет? То есть, возможно, да, в будущем. Но вот на текущий момент из маркетинга мы не можем вытащить деньги. Мы лучше сделаем так, чтобы вы больше зарабатывали, чтобы партнеры больше зарабатывали. Здесь кайф в том, что мы большую часть денег лидерам на протяжении вот этого пути даем не деньгами, а клонами, которые они обязаны выставлять и так или иначе, то есть они насыщают сеть, и они так или иначе будут помогать. Я вам в ближайшее время подготовлю картинку, где увидите, что у вас будет возможность там шестью разными способами получить под себя перелив, да, то есть ну, за счет чего заполняется вот это вот бизнес-место в игровом столе под вами. Так, хорошего пролёва. Так. Хороший так, вопрос Артёму П. Продублируйте вопрос Артёму П. Так, блин, друзья. Так, заходишь треугольником, значит, надо под два нижних места уже 4 личника минимум. Но если вы заходите треугольником, мы же говорим про что? Если вы заходите треугольником, значит, вы человек с активной жизненной позицией. Понятно, что люди, которые не умеют приглашать, они даже не будут заходить треугольником, и они не будут понимать, зачем это нужно делать. Мы сейчас говорим про людей, кто прям уже горит на старте и готов качать, и знает, что такое треугольники, семиугольники и прочее, прочее. Нет, верификацию не надо, на бот-кошельки приходить. Они привязаны к вашему аккаунту в Телеграме. Да, они привязаны к аккаунту в Телеграме, все верно. Где и как брать личников? Не знаю. Вопрос сложный, потому что в разных социальных сетях они находятся в разных местах. Украина через ПР покупает. А что с запретом оплаты услуг? Давайте мы вот эти юридические вопросы, то есть, запрет, не запрет и так далее. То есть мы говорим сейчас, я вам показываю видеоролики, как во всем мире это делают. Да, то есть, и я не знаю, вы приедете сейчас в любую там, в Норвегию, Швецию, еще куда-нибудь там. В многих уже странах банкоматы стоят, где вы можете купить криптовалюту. О чем вы говорите? У нас в России так или иначе, вы можете покупать. У нас даже налоги можно платить за криптовалюту, чтобы вы понимали, за хранение криптовалюты и так далее. То есть, давайте так. У нас уже приглашен юрист, который объяснит, как открыть самозанятого, как платить налоги. То есть мы за то, чтобы вы оплачивали налоги, чтобы не было финансовых проблем, тем более в РФ сейчас, да, то есть мы платим налоги, нет никаких проблем. И у нас юрист запишет видеокурс, как стать самозанятым, как оплачивать налог. Плюс, я думаю, что юрист, ну, здесь сложно, опять же, то есть законодательство меняется там через день до каждый день с точки зрения криптовалюты. Возможно, мы какими-то статьями подготовим законопроект, который в России конкретно, да, то есть связан с криптовалютой. Ну вот, но опять же, то есть это такое не для всех нужно. Сам куплю мерс салона и наклейку наклею. Я тоже жду не дождусь уже быстрее на свою машину наклейку наклеить, потому что я так влюбился в этот продукт просто. Получается, тут каждый стол проходит новые круги. Вот в этом-то и прикол в том, что здесь нет реинвеста. Здесь есть апгрейд, покупка более дорогого. То есть, условно, у вас накопилось, то есть места закончились в этом игровом столе.
вы перешли на новый игровой стол, то есть произошел апгрейд, переход на более дорогой стол, но нет реинвеста, то есть у вас не открываются новые, а новые открываются только за счет клонов, которые вы либо получите по мере продвижения, либо вы их купите отдельно, понимаете? То есть, но все клоны, по сути, вы получите на каждую площадку по мере продвижения. Да, то есть вы перешли на более дорогую, у вас как бы это закрылось, да, то есть нету свободных мест, но вы все равно получаете клоны, да, то есть на следующей площадке, как только у вас туда человек встанет, и у вас снова появятся пустые места. У нас в Павлодаре, в Казахстане уже несколько лет работает такой офис. Ну, классно, будем опыт перенимать, значит, Галина. А, конкуренция, стимул к росту. Ну, здесь нет конкуренции, на самом деле. Вот, как бы, потому что 99% людей не знают, что такое криптовалюта. Весь рынок свободен. Николай, 10% пойдет на подарки, вы сказали, и один тон, да. То есть все 100% денег идут в маркетинг. То есть мы забираем из маркетинга 1 тон каждый месяц оплата. 5 тонн, 4 тона стоит, 4 тона стоит. Все, у меня уже полтора часа, у меня уже башка не собирать. Клон, то есть за 4 тона вы покупаете клон, 1 тон уходит в систему. Из-за этого 1 тона мы тоже тратим на бонусы. Допустим, мы сделаем бонус быстрого старта. Вот если, ну, согласитесь, приятно, к примеру, сделаем бонус быстрого старта, допустим, 72 часа. Вот все, официально стартанули, расставили, все хорошо. И дальше вы приглашаете новичка. Он заходит, а у него бонус горит. Типа, в первые 72 часа пригласи двух человек, получи, допустим, дополнительных там 3-5 тонн, к примеру. Классно, классно. То есть это будет мотивировать вашего новичка? Да, будет. Выиграете вы от этого? Да, выиграете. Да? То есть, понимаете, то есть мы все скидываемся на какие-то бонусы различные внутри системы, которые будут служить таким драйвером скорости, да, то есть, чтобы быстрее включить новичка, да, то есть замотивировать его и вас в том числе замотивировать, да, то есть как-то двигаться и еще быстрее и быстрее. То есть вот как раз бонусы, подарки. Но, к сожалению, этого 1 тона с каждого партнера не хватит на автомобиль для лидеров. Нет, мы на самом деле, ну, то есть если вот представить чисто гипотетически, если нас будет 100 тысяч человек в системе, допустим, каждый месяц 100 тысяч человек оплачивают, по 1 тону это 100 тысяч тонов. 100 тысяч тонов мы получаем ежемесячно, умножаем на 2 доллара, это 200 тысяч долларов. 200 тысяч долларов... Ну, на 200 тысяч долларов можно купить там 2, 3, 4 хороших автомобиля. Ну, не по таким ценам в России, но все равно цены упадут, все стабилизируется, я не знаю. Можно купить 2, 3 хороших автомобиля и разыграть их, да, почему нет? То есть мы можем делать такие классные розыгрыши, Саня прав. Поэтому, возможно, да, почему нет? Но нужно поработать сейчас, друзья мои. То есть у нас в чате 2000 человек всего, в телеграм-канале 2000 человек, друзья. Это очень мало, это очень мало. Я очень надеюсь все-таки, что к моменту официального старта у нас будет 10 тысяч человек минимум. Вот. Мы все для этого сделаем. А дальше мы вырастем до 100 тысяч, потом до миллиона. Можно будет бронировать места, чтобы переливы не попадали сразу под мои клоны. Можно будет бронировать места, чтобы переливы не попадали сразу под мои клоны. На Сергей, напиши, пожалуйста, мне личные сообщения более подробно, что конкретно. То есть я тебе отвечу, и потом партнерам уже всем отвечу. Пока не могу, короче, в голове простроить эту картину. Для Донецка ДНР будет возможность оплатить. У вас карта МИР уже там работать должна, поэтому сможете оплачивать. Да, в принципе, сможете, я думаю, многие обменники с вами работают. Не думаю, что какие-то проблемы будут. Ну, МИР-то работает там, поэтому, я думаю, решим проблему для ДНР, ЛНР, никаких проблем. Здравствуйте, юрист по России или по другим странам объяснит? Ну, я говорю, то есть, друзья, то есть, как открывать самозанятого по России? Ну, у нас, да, по России самозанятых. Вот, и это видео будет доступно именно для тех, кто с РФ зарегистрирован. Для других стран, друзья мои, ну это сложнее все, да, то есть здесь уже сами должны консультироваться, понимать, как
То есть, ну, схема-то одна и та же на самом деле. То есть вы будете получать деньги за оказание услуг. То есть вы оказываете для нашей компании оказание услуг. Мы сделаем какой-то типовый договор, допустим, о том, что вы оказываете информационные услуги для нашей компании, вот, потому что вы рассказываете о нас в интернете, за это вы получаете деньги. Да, то есть и просто оплачиваете налог. Там, у нас в России это 6% самозанятый платит, и нет никаких проблем. Заплатил налоги, спи спокойно. С баланса живой очереди можно купить тон, нет, нельзя. Вы видите на карту, с карты оплатите. Насколько вы защищены от DDoS-атак на 1000%? И DDoS-или нас уже все, кто только можно, и все прекрасно знают. Вот, поэтому наши сервера очень хорошо спрятаны, и сисадмины поднимут нас в любой момент. Поэтому нагрузку мы готовы большую брать на себя. Вот. В Украине через Payeer не купить. Платежная система России разрушена, санкции. Ой, давайте все, телевизор пересмотрели. Поскольку примерно я согласен скидываться. Все нормально. Все, друзья мои, вопросов больше не вижу, даже в чате. Я вас всех обнимаю. Вот, спасибо за то, что в воскресенье вы потратили 1,5 часа на бородатого мужика, который вам рассказал про возможности, которые нельзя упускать. Вот, и очень надеюсь, что ответил на большинство ваших вопросов. Ну, я прекрасно понимаю, что вопросы все еще остались, поэтому, друзья мои, я думаю, что завтра мы проведем планерку на базе живой очереди просто гейма. Вот, соответственно, а во вторник мы с вами увидимся снова. Во вторник мы с вами делаем презентацию, где я уже постараюсь более, короче, более четко, понятно, без лишней воды объяснить вашим новичкам, которых вы пригласите. Я инструмент, поймите, вот я инструмент, который служит вам. Я готов работать за вас и помогать вам. Все, что вам нужно, приглашать партнеров на презентации, я буду стараться им объяснять, как что работает. Вот вы должны понять, что у вас есть возможность построить бизнес чужими руками, благодаря мне. Просто нужно приглашать людей на презентации. Каждый день. Я готов пахивать 24/7 на ваш бизнес. Я готов, то есть, ракетон, да, то есть будет в целом готовый бизнес под ключ. Мы будем создавать курсы, будем создавать для вас и для вашего бизнеса новые креативы, новые видеоролики. Мы будем проводить презентации через день до каждый день. Мы будем делать ответы на вопросы. Огромная команда технической поддержки будет помогать вашим новичкам. Мы выстроим всю систему мотивации, мы напишем все инструкции. Все, что нужно, немножечко приложить усилия, чтобы мы с вами сейчас просто заявили о себе на рынке. Я про амбиции, я про то, чтобы показать на этом рынке, кто есть кто. Да, то есть и показать, что сюда пришли серьезные люди отжимать кусок этого пирога. И даже мы будем забирать себе весь пирог, не все забирать. Будет ли бот? Да, будет виртуальный помощник, который будет рассказывать пошагово, степ-бай-степ, о продукте, о партнерской программе. И будет давать вашу реферальную ссылку. У каждого будет свой персональный помощник. Вот, друзья мои, все. Давайте. Всех вас очень сильно, друзья мои, люблю, ценю. И очень рад, что вы сегодня пришли.